Привет, ребят! Сегодня мы с вами поиграем опять в Brawl Stars. В прошлом видео мы играли в слова. Если хотите это видео снова, чтобы была на нем вторая часть, тогда поставьте над этим видео хотя бы 2 лайка. И я еще сниму вторую часть, в принципе. Ну что, ребят, давайте мы сейчас с вами... так, это что у нас? Какие-то дня, промбо, победитель дня. В магазине у нас подарок. Бесплатный ящик. Ну, мы, ребята, знаем, что там ничего не выпадет, ребята. Я говорю громко, потому что еще чайник включен. Опа-на, ребят, смотрите. Макс двигается и говорит. Это невозможно, ребят, смотрите, да скин Макс. Turn it to Max. Это невозможно, видите, ребята, видите на это? Это невозможно, скин не может говорить. В принципе, ребята, у нас в магазине вышла, ребята, обнова. И сейчас... вы видите, вышел новый Бравер Стру, да, я уже об нем знаю. Знаю о силовой гонке, ну, я там смотрел других, я их знаю теперь. И вот, смотрите, вот он, обнова, ребята, вышла, новый боец Стру. И я его уже увидел, но в бойцах я его так и не видел. А, ребята, вот он, смотрите-ка, Стру, вот он, Стру, классный боец. Сегодня мы, ребята, его испытаем и посмотрим, насколько, ребята, он сильный, ребята. Вот, в принципе, давайте сейчас. Ладно, потом вернемся к ним, ребята. Давайте мы сейчас с вами убьем. Все, у меня больше меня никто не будет убивать. Спокойно, ребята. Я его получу, если только наберу 10 тысяч кубков, ребята. Ладно, 10? Давай тогда. Хороший боец, это обнова. Ну, посмотрите на этого Бравика. Ну, как он может быть такой? Вот, в принципе, ребята. Ну, ладно. Давайте выберем меня. Броумбол, значит, у нас. Ну, давайте поиграем в броумбол. Не знаю, ребят, что это будет за событие, но давайте поиграем. Так, наконец-то загрузка закончилась. Броумбол! Ничего себе! Ребят, посмотрите. Ну, ребят, вот честно, что это за эльприма такой? Эльприма, эльприма, эльприма. На, эльприма. Что? Блин, ребят, это... Меня убил какой-то эльприма, ребят. Опа-на! Опять нам в гол забивают. У нас победа звездный игрок королева Миоты. Что это на конт, я не знаю. Но, кстати, у него скин на... Буа! Викинг Буа или я не помню, короче, ребята. Короче, отлично. Что, вы хотите играть снова? Да зачем? Все равно кубки-то не прибавляют. Мы зря играем. Ну ладно, ребята, давайте еще раз с вами поиграем. Ну кубки-то у меня не прибавляют, ребята. Эдгар против Калея. Прикольно, прикольно. Ну давай тогда. Ну кубки, Пальцы от нового ящика, я опять ничего не могу. Вот так вот, ребят, я ничего не могу.
это уже какая-то глупая история, ребята. Ладно, ребята, не будем волноваться. Давайте, у нас есть боец. I can do this if I wanted to. Поиграем в парное столкновение, как говорят. Сейчас слышу обнова, конечно, я понимаю, но... У меня пока нет Сту, и пока я буду играть за Эндера. Back on the grind. В принципе, с нами играет Пока. У него опять у всех каких-то английские ники. Но у меня русский ник, поэтому давайте начнем. В принципе, вот там. Блин, ребята, Вольт. С ником Сту. Ну, вы, ребята, сейчас, наверное, смеялись. Сейчас, ребят, забыла спросить. Не забудьте поставить лайк. Да, вы уже видели. В прошлом видео я играл за Эдгара и играл в событии Рандом Сити. Еще, блин, кого-то посильнее. А почему мне ребята пульта взрывают? Кого мне прыгнуть, а? Вот не так делать. Ну хорошо, ребята, что нас кубки не взрывают. Мы могли бы еще не слить из этого места. Давайте поиграем снова. Давайте поищем бойца в стене в нашей команде. И это, ребята, Шелли. Ну, Шелли, конечно, слабая. Короче, у меня есть одна банка. Я сейчас могу просто по... Я не знаю, почему ребята, я просто знаю уже много о этой игре. Ну, вот опять эта трико возвращается к нам, чтобы отомстить мне, ее напарник. О, пана! Это Шелли, yes! Я сейчас тоже ловенту использую, Шелли. Если тебе нравится. Я, кстати, такой прыгучий, такой быстренький. Ну, Эдгар, не совсем уж. Наконец-то мы выиграли. Я уже думал, что это никогда хватит. В принципе, у нас 6-й ранг уже. Ладно, давайте. Йоло! Кубков. В принципе, так же. Нравится. Ну, ребята, если вы хотите, чтобы увидеть многообразие, подписывайтесь. Сегодня я об этом вообще не говорю. Давайте мы сейчас с вами возьмем тогда Джеки. У меня на ней 2-й ранг всего лишь. Ну давайте все равно ее возьмем. Сейчас, в принципе, мы за нее поиграем. У нас сколько игроков. И начинаем. Все команды друг против друга. Все, ребята, вот. С нами Динамайк, ребята, играет. Но мы просто с Динамайком земляные бойцы. Джеки просто скоро уничтожит землю. Своей этой дрелью такой большой. И даже на эту дрель может сесть даже. Ладно, ребята. Вот так вот Джеки будет тогда скакать, прыгать, вот как кролик. В принципе, ребята, давайте мы сейчас с вами попытаемся. Вот где Динамайк, давай. Давай. Убей его. Hey, watch out, shout ahead!
грабит. Уходи. Иди перебивайся, будем братом. Ушла куда-то, а Динамайк просто бросит свой взрывчатку. В принципе, ребята, я не знаю, что сказать, но это видео, наверное, будет прикольно. В принципе, ребят, давайте с вами все-таки Шелли возьмем. Она хорошо играет. Ну, я не знаю, откуда я знаю. Просто... Так, это что такое? Я, ребят, с маминого телефона играю, все знаете. Так, ребята, все, в принципе. Мы прямо... Че? А зачем ты банку открыл, а? Вот мне бы дал бы лучше банку. Ой, сколько Вико. Быстро Шелли убивает Вико. Там и за мной, там еще и Тимай. Так, блин. Все, тут они меня точно не достанут. Но дело в том, что меня... Короче, меня убили и... Или кусты. Вот. Опа-на, ребята. Мой напарник убил коллег. Но мы опять проиграли. Вот как вот так, ребята? Ну это невозможно. О, ребята, у нас третье место. Ну хотя бы третье. Я, конечно, ненавижу третье место. Все это сами понимаете, хорошо, ребят. Это вообще не рекорд. Давайте мы сейчас с вами поиграем последний бой. И это у нас будет захват креста. Давайте возьмем бойца покруче. Давайте какого-нибудь. Давайте генерала, да? Да, ну, браво, пацан. Нажимаем играть. Уже не пользовался, не знаю, уже 5 дней целых. Или даже больше. Ну, 4 дня, наверное. Андрей, Соня. Браустер Сэнс. Ну, у меня нет второго аккаунта, у меня есть всего лишь один аккаунт, Браустер. Вот вы уже меня достали. Дайте нам просто кристаллы и не палец. Я кубки хочу. И они тоже кубки хотят. Они потом и за меня кубки прольют. Но, короче, как я, потому что... Нерогов даже сильный бой. Вот, давай, возьмем этот кристалл, в принципе, с тобой. Давай, бери кристалл. Ребят, надо было парни взять, но я не подумал сделать броского генерала Гафа. Сейчас просто другие игроки, которые сейчас со мной вместе играют, их просто может убить красная команда, и все. У них просто пропадут кристаллы. Давайте я возьму побольше кристаллов. Не переживать. Я боюсь, вдруг она ультанет. И все, просто все. В принципе, ребята, сейчас у нас парень подходит. Так, ребята, так. Элли, ребят, что тут творится? Все, ребят, синяя команда, обратный отсчет. Все, давайте, ребят, 15 секунд. И туда, ребята, не уходите. И ты, тем более... с каким-то классным скином. Никому не влезает, просто пойдем прятаться скорее. 3, 2, 1. И, ребята, да, ребят, бой окончен. И у нас плюс 8 кубков. И звездный игрок, да, Джесси. Потому что она классно запускала ИТУ. И просто всем понравилось. Утонула. Не один, а целый бак. Я все соглашаются играть снова, а я не соглашусь, ребята. В принципе, ребят, сегодня мы с вами так поиграли. Вот такой видос у нас с вами получился. Ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был Андрей. Всем удачи и всем пока, ребята.